Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игрушка под названием «Центр переработки мусора». Та-дам! Пойдем на улицу, конечно, пойдем. И найдем упаковочную машину и возьмем ее. Упаковочную машину возьмем? Она же здоровая. Но тем не менее я ее взял. Теперь построю ее в нужной зоне. Нифига себе, из такой маленькой коробочки вот такая здоровая махина. Чтобы собрать лом, открой компьютер. Ну ладно, пойдем за компик сядем. А что на втором этаже? Туалет? Нет, тут моя кровать, можем спать. А в машину забраться можно? Машина. Можно открыть, можно забраться в машину, прикольно. Это здорово, зачетно. Теперь нужно найти сделку. 120 баксов возьмем, пожалуй. Что у нас тут? 20% пластика, 20% бумаги, дерево 20, 20 стекло, 20 металл. Оценочный вес отходов 50 килограмм. Предложение принято. Теперь интересно, что было бы, если бы я сделку нажал. Ладно, неважно, теперь нам нужно садиться в наш грузовик, собрать все барахло, привезти сюда, переработать и, скорее всего, это все продать. Идти. Приехали. Здесь много отходов. Начнем с мелких. О, да, тут до хрена. Бросить мешок. Что-то знакомое. Походу, мы в такое уже подобное что-то играли, только в лесу убирались. Это тоже... А, ну это, наверное, в кузов кидать. Сейчас, подожди. Вот так вот, если закидывать. Норм? Ага, древесные отходы. Заполняется. Металлические отходы. Это все в мешок. На улице вроде бы убрались. Теперь давай в помещении. Все, что крупное, закидываем в тачку. Будем играть в баскет. Баскет. Упакуйте свой мусорный мешок и бросьте его в кузов грузовика. Да нет проблем. Хоп. Закидываем. Продолжаем упаковывать мешки. Роботы всякие, прикольные игрушечные штучки. Так, это мы вон туда, в центр кидаем. Пока что с мелочью разбираемся. Ваза-то какая здоровая. Интересно, если я кину, она разобьется? Нет. Обидно. Пластиковые разломанные стулья. Может, это при помощи клея ПВА склеить получится, да продать по дешевке. Опля. И раз мы тут, вот это тоже закидываем. Эй, спускайся. Блин, как мне его... Ну, как мне теперь это забрать? О, слава богу, залезли на крышу. Ну, в целом, вроде бы все здесь прибрал. Единственное, что мне привлекло внимание, это кастрюля. Нормальная кастрюля. Ее можно в поход с собой брать. Че ее не забрал никто? Либо на дачу куда-нибудь. О, люди ходят. Нифига себе, тут люди ходят. Обычно в таких играх людей не видно, а они тут есть. По отходам вроде бы я все здесь собрал. Помещений других тут нету. Сейчас проверим наличие дверей. Нету здесь больше дверей, кроме вот входных. И написано, что я не весь мусор убрал. Скорее всего, это мешок, который у меня в руках. Все! Ваша работа здесь завершена. Возвращайтесь на свою фабрику на грузовике. Поехали домой. Положите отходы, которые вы собрали, на конвейерную ленту. И здесь конвейерные ленты. Зашибись. Так, поехали. А если я сюда? Все? Запустите сортировочную машину. Блин, я думал, там мельчить сейчас начнет все. Ну, в принципе, она сейчас и начнет, если я запущу. Бросайте отходы в правильное отверстие с помощью мыши. Ох, ё-моё. Ой. Оно все подсвечивается. Я думал, по цвету как-то все распределять. Пластик в желтый. Я не успеваю. Фух, успел. Интересно, о, баночка. А, слава богу, это все потом не валится на пол. Успех 93%, потому что я там лоханулся вначале. Интересно сделали. Сортировку. Еще раз кидаем сюда. Можно сразу несколько мешков. Интересно, вот этот пластик можно прямо оттуда вот сразу сюда закинуть? А, подожди, мне сейчас пока запускать ничего не надо. Мне нужно коробку с бумагой взять. Вот она. Правильная машина это какой? Правильно. А, вот сюда. Машины. Так и написано. Ладно. Измельчаем это все. Подойдите к Он вместе с ящиком перемолол все. Ну, ладно. Подойдите к панели управления машины. Поместите продукты на производственную линию и запустите машину. Вам нужно нажать кнопку запуска. Красная кнопка. Я нажму тебя. Запустить.
А, ну конечно же дубина, надо вот это вот взять. И что-то не берется. А, вот, надо было нажать. И теперь мы на производственную линию закидываем и запустить. Давайте перенесем другие коробки с отраслевыми отходами в зону хранения, пока ваша машина производит продукцию. Ну давай. Сейчас, а можно побольше? О, сразу несколько. И чё, и чё? А, во-во-во, смотри, она прессует всю бумагу и вот сюда выкидывает. Очень интересно. Дальше. Переносим следующие коробки. Здесь металл. Нам его нужно оттащить в зону хранения, то есть сюда. Пойдет? Или надо как-то аккуратненько положить место? Ой, фонарь включил. Вот. И теперь остальные коробки. Ну, ладно. Мне нравятся таблички «Офис», «Машины», а там что? «Склад». Это коробочка со стеклом. Можно я просто туда? Опа! И не докинул. Ну, в принципе, можно и так. Такой метод тоже будет работать. Я, конечно, не все еще переработал, но ладно. У нас пока обучение. Но это все равно мусор. Че, как бы его щадить? Опа-на! Рохля! Рохля, я могу на ней... Смотри, класс. Подожди, давай назад. Точнее, вперед. Коробку подтолкнем с тобой. О, и все. Все, все коробки перетащил. Возьмите палету. Палета. Палета где? А, вот она. Она прям под боком лежит. Загрузите палету продуктами. Вот, я загрузил. Походу, не теми продуктами я загрузил. Может быть, вот этим вот загрузить? Переработанной штукой. Вот, да, точно. Используйте гидравлическую тележку и перенесите палету в зону хранения. Ну, сейчас, подожди, я все куски тогда возьму. Все кусочки сюда закину. И потащим при помощи вот этого. Хватаем. Ровненько въезжаем. Теперь что, удерживать и сбросить вручную? Поднять. Подняли. Зайдите на рынок через ваш компьютер и проверьте предложение на ваши продукты и отходы. Зачем я... Ну ладно, это обучение. Сейчас будем искать, кому сплавить этот мусор. Рынок, вот. Пластиковые детали, прессованный пластик. Мне прессованную бумагу бы продать. Вот. Прессованная бумага, 3 штуки. Кто лучшую цену предложит? Спрос 33. О, смотри, тут цена 7 баксов, а тут низкие цены. Генри хочет 24 прессованной бумаги, а я ему продам всего 3. Это все, что у меня есть. Продать. Я немного заработал на мусоре. Значит, теперь идем в контракты. Смотри, пластик и тоже пластик. У кого лучше контракт? А, здесь 0 контрактов. Значит, это все, что мы можем сейчас взять на данный момент. Нажму сделку, не договор, а сделку. Привет, я пишу по поводу твоих предложений. Привет, мы ищем надежного партнера для срочной доставки. Предложение 90 баксов. Я могу ему что-нибудь написать? Блин, я не могу ему ничего написать. Я бы ему напилякал тут что-нибудь. У меня там только фонарик на заднем фоне врубается. Жалко. А, вот значок нажать. Не, не могу. Какой-то убогий мессенджер. Тут одни боты переписываются друг с другом. Ну, короче, ясно. Значит, жмем договор. Сразу перечислились денежки. И нам нужно сейчас купить и построить новую машину, чтобы расширить ассортимент продукции. А также можно разобрать свои машины и продать их. Я подумаю над... О, ночь! Луна выскочила. Чё, получается, что надо опять снова к компику? Нифига себе, сколько за компом-то сидел. Купить, купить, купить. Магазин. Измельчитель бумаги. У нас есть пластик, дерево, стекло. О, самое дорогое – это стекло и металл. На данном этапе. Остальное по 600 баксов стоит, а эти два по 800. Ну, давай, наверное, измельчитель металла возьмем. Купить. Посмотрим, приехала ли коробочка. Приехала уже. Какая быстрая доставка. Как мне нравится, как работает служба доставки в играх. Это просто с ума сойти. Вот бы в жизни так. То есть на месте этого нужно построить что-то новое. Повернуть, разобрать. Все, это теперь в коробочке. Пускай лежит это тут аккуратненько сбоку. А это мы построим сейчас. Откройте компьютер и наймите сортировщика. Иногда поговаривайте с ним, чтобы, видимо, от скуки не сдох. Персонал. Рох Андерсон. О, матрица подъехала. А, мистер Андерсон. Какую таблетку примете, синюю или красную?
Ну что, возраст 24, молоденький. Ежедневная зарплата $15, скорость сортировки 20 секунд. Ну давай мы его наймем. Пойду посмотрю на этого чудика. О, он уже разгружает. Молочек, молочек. Красава, я теперь не одинок. Давай поболтаем. Привет, босс. Что я могу для вас сделать? Сортировать отходы. Но он этим и занимается сейчас. Неважно, иди работай. Сам, лично, еще раз попробую сортировать. Жалко только ночь. Фонарик здесь. О, фонарик включился, отлично. Пластик. Сюда. Бумага. Пока все работает норм. Мои руки, в смысле, работают норм. Не туплю. Так, 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 сюда. Надо быстрее, пока это все не остановилось. Мимо. Мимо. Черт. Не успеваю. Сколько их там? Черт, сейчас будет все падать. Кастрюля. Стекло. Ничего не падает, и слава богу. Когда торопишься, то начинаешь тупить. Последняя баночка. Фух, 95%. Мы справились, дружочек. Я сделал за тебя работу, поэтому зарплату в $15 я урезаю в половину. Новые контракты и сделки по мусору появятся, когда вы поспите. Да нет проблем, ложимся спать. День первый, подведем итоги. Продаж на рынке плюс 21. Сделки словом минус 120. Заработная плата... Уже зарплату заплатил? Ну, ладно. И прочие минус 800, это мы машину купили. Следующий день давайте нам. Я хорошо сплю. А петух-то тут откуда в городе? Я же не в деревне. Ну да, вокруг промышленная всякая фигня. И петух. Забавно. А мужик как стоит, уже на рабочем месте, на посту. Как дела? Привет, босс. У него одна фраза. Я понял. Значит, нам нужно сейчас прессованные бумаги 10 штук сделать. А что вот это вот зелененькое? А, это зона строительства машин. Угу. Тогда вот ставлю здесь и начинаем прессовать бумагу. И металл, кстати. Вот металл мы сейчас попрессуем, раз у нас есть новая машина. Измельчай. Коробка сама все вытряхивает без моего участия. Тоже просим ящик вытряхнуть это все. Как мне это нравится. Так, выходит металл, кстати. А металл-то где? Металл не вышел. А пластик вышел. А, потому что знаешь что? Потому что мы здесь ничего не загрузили. Сейчас, значит, мы вот так вот по максимуму все. У нас всего 10 килограмм. Давай тогда десяточку, чтобы одна штучка прессована у нас выкатилась. Это мы убираем. Это запускаем. Идем смотреть. Металлы прессованные. Прессованные. Что-то как-то много выходит. Как бы ни один нифига. А, по одному все равно, да? А что это он прям тянется? Бросить, разорвать соединение. Ладно, я брошу тебя. И другой хватается. Разорвать соединение. Вот, мы разрываем. Оно, короче, друг к другу привязано, как бы. Хм. Ну все, теперь тогда берем палету и... Можно как-то вот здесь вот это реализовать? Во. А, во, смотри. Когда имеется привязка, то они вон что делают. Очень удобно сортируются на палет. Берем нашу рохлю. И сейчас это все надо перевести сюда. В зону выгрузки. Так. Дорогу, рохля едет. Выгружаем сюда. Аккуратненько. Паркуемся. И теперь врубаем заднюю скорость. Короче, если мы... Ну, вот это вот получается, мы сейчас назад едем. А вот это мы вперед едем. И когда ты камеру назад перекатываешь, ты не всегда понимаешь, какую клавишу тебе сжать надо. Надо привыкнуть к этому. Запарковались. Опускаем. Вот, в принципе, и все. Так, прессованной бумаги нужно еще чуть-чуть нам, чтобы выполнить контракт. Контракт у нас длится 6 дней, так что время у нас полно.
Посмотрим, что по сделкам с ломом. Ценерал, там мы уже были. Надо посмотреть, где бумаги побольше, хотя, может быть, и поменьше. Здесь, короче, металла дофига. Здесь металла дофига. Вот, наверное, вот это вот мы возьмем, потому что тут металла дофига. Вот это хочу. Посмотрим, что нам напишут. Привет, я хотел бы купить отходы. Привет, спаси меня от этого мусора, я не хочу многого. $92 достаточно. Ладно. Значит, бумаги чуть-чуть и металла дофига. И стекла также дофига. Окей. $92 платим им. У нас это списывается со счета. Чтобы мы могли вывести у них мусор, который потом продадим. По-моему, это слишком круто для тех, кто хочет избавиться от мусора. Посмотрим по контрактам, значит. Это что? Конверты какие-то нужны. О, у этого предприятия контракт появился на прессованный пластик. Но у меня денег нету, чтобы прессованный пластик делать. И конверты у меня тоже нет. Понятно. А как насчет рынка и продать здесь? Нет, бумагу мы не будем продавать. Металл, металл, металл. А где металл? Металл, вот. Кто у нас купит металл? Во, 8 баксов, отлично. Десяточку могу продать, хотите? За 80 баксов. Выезжаем, короче, на предприятие, чтобы добить уже бумагу для контракта. Поехали. А вот и я. И сразу же металл. Опа. Быстро все забиваем в наш мусорный пакет. Нифига себе, у вас тут материал. А это можно свистнуть? Вот это да. Сколько бочек. Ну нет, это... Это нужно, видимо, хозяину. Прикольное заведение. А, оно все убито в хламищу. Смотри, тут погром какой-то был. Это в тачку. Не попал. В баскетбольную команду меня точно не возьмут. После такого фиаско. Тут у нас ничего нигде. Ничего нигде. А, кстати, окно можно разбить вот это вот? Не. Колесо от тачки. А зачем? Нафига я закрыл вообще? Вот дундук. Пластиковые отходы я все собрал. Может, тут какие-нибудь, знаешь, это конверты лежат с деньгами или пистолеты от мафии. Типа секретные вещи, которые нужно найти. Бутылка. Коробка. Чё по бумажным... От бумажных отходов еще нисколько не собрал. Вау. За барной стойкой ты глянь, что тут. Прикольно. Бургерная, короче, какая-то была. В кассе денег нет. Пойдем сюда зайдем. О, от гитары что-то тут. Об кого-то сломали, видимо. А где бумага-то? В туалет зайти? Так, мусорный пакет забит. Берем новый. Тут тоже все, значит, идем в туалет. Бумага, скорее всего, в толчке. Толчок, ты где? Толканище. А, тут еще помещение есть. Это что за помещение у нас? Переодевалка, скорее всего. Тут персонал переодевался. Трубы металлические. Продолжаю находить обломки от гитары. Тут все. Идем сюда, если можно. А вот и туалет, собственно. Залез на унитаз. Посмотреть, нет ли чего ли там. А там даже унитаза нету. На кой черт здесь дверки делать вообще? Тут один унитаз на всех. Вот это прикол. Ага, ага, нашел. На надписи стоп покрашенный металлический кабель. Смотри, когда тут писали стоп, прямо вот на кабеле написали. Едем назад. Ну что, работяга, есть работа, давай. Разгребай. Пошли, поехали. Ты, конечно, очень медленный. Надеюсь, что ты потихонечку будешь повышать свою квалификацию по вытаскиванию предметов из машин. Я тебе чуть-чуть помогу. Я пока, короче, пойду запускать все производство и сортировать буду. Сортируем. Надо было бы посмотреть, как этот чувак будет все это сортировать. Может, у него лучше выйдет. Так, вернуться. Все, тут 100% у нас. Давай, я хочу посмотреть, как ты будешь все сортировать. Колесо тоже тебе помогу.
Давай, вперед! Вперед туда на сортировку. Ну-ка, 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 ну-ка. А, и все, типа, это все? Сортировать отходы иди. Как ты это будешь делать? Блин! Это скучно! Чё ты там кнопочки-то тыкаешь? Я думал, тут будет прям видно, как он все фасует. Стой. Неважно, иди отдыхай. Я сам тут разберусь с отходами. Я это сделаю лучше. Не, когда заказов много будет, тогда типа да, почему бы и нет. Пускай сортирует. А так я тоже хочу тут поиграть в сортировку мусора. Что-то поехал как-то все быстро. Мелкие детали очень неудобно хватать, кстати. Вроде бы в этот раз даже без промаха, но видишь, по времени я немножечко затупил. 100%! 5 очков к репутации мне дали. Отсортированные отходы 32 килограмма, бонусные отходы 2 килограмма. Общий вес 34. Хорошо, очень хорошо. Иди спи домой, уже вечер. Делай бабки, делай бабки. Освещение включил, здорово. Я тащу это все вот сюда. Вот. Десяток есть, прессованная бумага. Заказ один мы сделали. Как его теперь продать? Заходим в контракты. Где у меня контракт принято? Вот. Доставка. Еее, уровень репутации 2 у нас. Зарабатывайте очки репутации, досрочно выполняя контракты, завершая области, сортируя, продавая на рынке, расширяя свой центр. Очки, которые вы зарабатываете, увеличивают ваш уровень репутации, и вы получаете доступ к большему количеству контента. Предложением по отходам, компаниям, персоналу, работам, машинам, инструментам и улучшениям. Я буду знать. Значит, это мы отклоняем, это нам неинтересно. Пластик нам тоже пока неинтересно. Опилки. Мы это ничего производить не можем. Не можем, нас мало денег. Нам нужно, походу, в ночную смену выходить, работать. Я, короче, знаешь, что думаю? Что нужно Андерсона уволить, наверное, чтобы не платить ему эти 15... долларов. Стоимость увольнения этого сотрудника... А, ему все равно 15 долларов платить надо. Ладно, я тогда не буду его увольнять. Пойдем в банк, попробуем займ взять. План оплаты 14 дней, ежедневная оплата 161. Общая оплата, ну, переплата получится 2260, что ли. Ладно, сделка. Купить. Мне это нужно для того, чтобы расширить... А, кстати, фабрика, что это такое? Улучшите границу... А, улучшение фабрики. Границу расширить и все такое. Значит, идем в магазин и покупаем. Покупаем. Машина для стекла неинтересна. Нам нужно дерево купить. Нам нужно... Ну, в принципе, все сейчас машины можем себе позволить купить. Пластик и стекло. Вот. Все машины куплены. Есть еще оборудование и улучшение. Но до этого нам далеко. Пойдем размещать наши машинки. Надеюсь, что все здесь влезет. Если компактненько, конечно, это разместить. Надеюсь, что места хватит. В принципе. Здорово, чувак. Можешь с тобой поболтать? Нет. Я даже за границу своей фабрики выйти не могу. Ну вот и все. Теперь мы можем в большом количестве перерабатывать и стекло, и дерево, и вообще что захочешь. Так, вот тут неудобно немножко я сделал, да? Обходить надо. Деревянный у нас вот здесь. Пластик у нас. А где у нас пластик? Пластик желтый у нас. Эй! Нифига себе, что за ерунда у меня получилась. Ишь, приступим, значит. Вот опилки можем себе позволить теперь. 20 килограммов у нас есть. Вот 20 мы сейчас и будем делать. 21. Поехали. Где будет выходить? Вот. О! Здорово! Классно! По стеклу. Стекла у нас 22 килограмма. Значит, 22 килограмма и делаем. Запустить. Ну-ка. Стеклянная пыль. Хм, забавно. Тут у нас пластик. Пластиковые брикеты. 17 килограммов. Вперед!
А, выходить будет с этой стороны. О, ништячок. Ну вот, значит, производство у меня тут уже пыхтит. Опилки, контракт на опилки мы точно можем взять. Пойдем, сейчас разберемся. Нам нужно отрабатывать кредит и деньги выплачивать. Контракты, значит, вот, опилки. 30 штук нам нужно. Уф. Давай почитаем, что. Я пишу по поводу твоих предложений. Приветствую, у нас срочный заказ, требующий ваших услуг. Бюджет $217. Ладно, давай возьмем. За 2 дня? Блин, я не знаю, справлюсь или нет. По пластику тоже 2 дня осталось. Берем. Сейчас, короче, я насобираю и профукаю все это. И с меня еще штраф спишут. Конечно, было бы классно конвертики сделать, 3 дня на них, и 2274 можно заработать, но у меня нет этой машины. Это прям печаль. Пойду, короче, на палету собирать опилки. Опилок 21. И теперь пластик. Поддончик сюда. Все перевез, подрифтовал даже чуточку. Нужно теперь идти и брать новые заказы. И насчет стекла. Мы стекло можем продать, а вот это и металл тоже можем продать, в принципе. Так, значит, 400 баксов. Ладно, значит, мы можем еще как минимум в 2 помещения съездить. Но мы, скорее всего, поедем сюда, потому что здесь дофига дерева, это опилки и пластика. Так что выкупаем вот это. Договор. И едем туда. Но то, что нас там будет ждать, ты узнаешь в следующей серии. И сможем ли мы выплатить перед банком долг и не загубить свой бизнес. Поэтому не забудь поставить лайк, подписаться. И тогда мы вновь увидимся в новом видео. До встречи!